Ну все, надеюсь, город чистый. Уже ночь. До дома тут можно добраться, наверное. Ну, за тобой бежит один. Да, я вижу. Слышу его. У меня тоже спалит что-то. Да, но так переместится. А, спать забрался? Да. Не хочешь, знаешь, не бегать? Да, а почему тут нету этих тросов? Есть один трос. Но они тут здорово. А, блин. Там нажать. Так. Из дома Адама. Какой из двух? Блин, тут не будет же открыто, да? Наш отсюда не. Ой, я нашел. Меня смущает здесь бочка. А эти, конечно, не взрываются. Я маскировку использую, все. Можно идти. Сколько припасов, почему не забрать ничего не могу? Что такое там? О, записка самоубийцы, любезный вор, мы не знакомы, но... Знаю, я сейчас нашел мое письмо. Я знаю, зачем ты здесь, из-за моего оружия, так? Дело всегда в нем, понимаю, я не могу забрать драгоценных колец с собой на пусы, но мне стало на столетие просто так, бери, мол, кто хочет. Я кое-что пришел мало, в детстве не играл до всегда. Так, чтобы найти скрыт, кто-то сперва был, он его спрятал, так что поиграл. Оставил здесь, и пацан, так развлекайся. Настолько не... А, ты прошел. О, подсказка. Семья выехала на единичное место радости, случилась беда, как выяснилось на маленькие места острые гнезды с крупными шерстями. Семья обитающих потревожил потом стекло. Насекомых просто отошел от лагеря, чтобы влечиться мальчик умер от анафилактического шока. Насекомым совершенно плевать
На черт я чуму, сегодня утром у меня в кладке было полно муравьев. А мне же месяц не добраться до скобяной лавки за инсектива. Да если и доберусь, не так, что там он будет хоть с вами грузить этих мелких шести лапок. Not much of a hint. На утро они проснулись на запад и тихо сели на возле речного русла, невиданное разглядели холм, и береги воздвигался под их холмом, разделились и мертвые девочки, сердце громко пещере билось. Seems like I've seen a hill rising from the water before. Could be that rocky island. Как ни старайся, основное название этой черты острова не выходит, место называют его просто каменистым рубом. Вот иначе и не надо. Ладно, будет остров конец и дело с концом, как же я не люблю неточности. Okay, so I need a place to watch the sea from way up high. The lighthouse? Okay. Так, беги, эти парни, беги, только сбежать не будет, пошел, прошел, беги, где начать. Pushing well inside a cave that's hidden in plain sight. Well, that's clear as mud. А еще подсказки должны быть. Да. Тут есть вот сверху. О, краска. Какая-то краска. Blue Gentleman. Синенькая. Как бы мне там не было, это отвратительно, но возможность восстановить какой-нибудь скреп на кладбище и экзонировать пару чем учитывая, что я знаю получится, и особенно если смотрят, что придется по ночам, а не придет отвлекающий маневр. Вот тут, тут еще место надо черкнуть на желание, название еще более бессмысленно, чем каменистый остров. Но полагаю, оно как-то связано с таможней огромной святой. Может, когда-то водился бы себе гады желания просить остаться благословения. Снова упоминание о том, что колледж желания как-то связан с детьми солнца, очевидно, все дело. В кроме статы, что означает, с чем связано, надо будет выяснить. О, чертеж. Сейчас липкий клинок. Тут в кабаке один человек, думаю, родственник того самого там живут. Нет, ночь следует на кладбище, не задевшись. Не задевшись, как российский мне пришлось сказать, надеюсь, мы выберемся, где живем. Уважаемые дамы и господа, вынужден вам напомнить, что газовая магистраль, идущая от вас к моему дому, была повреждена. Я ни в коем мере не ответственен за то, что сколько газовича было в атмосфере, и не добираюсь, плачу, прошу раз, еще раз прошу простить меня, мою игру, снова извольте пойти в задник с уважением. А вот. Нашел еще одно напоминание о маяке из-за того, что удалось разобраться. Он был изъян в 1447 году, но вернулся во время шторма в 1462 году. И затем отстроен заново. Интересно, сменилось ли что-то старым пустой интерес, ведь у меня нет необходимости старых кубок оборудования. Еще? Еще. Я нашел еще одну. Слушай, как однажды живого похоронили наши свиньи под землю. Ночью его зарыли. Ночью какую темную глубокую яму копали. А что у него отобрали, то сохранили едва ли. Так, куда это все у нас ведет? Еще один также яд. Только тут уже подводные водоросли нужны. Где? Ну, липкий клинок. А.
Чё нафиг? А куда нам? Хочешь без денег вообще? Место крушения снизу. Ну и странный феномен тоже вот этот. Тоже. Это сюжетное, это сюжетное. А это-то? Это типа сказки, это кость желаний. Догнал мы это там. Вообще. Ты на пещеру под маяком. А вот, пещера под маяком близко. О, остальные трубки. Может, нам на машине поедет? Или пешком дойдем? Вызовем. Ну, пешком, значит, пешком. Да, потому что мы же тут нигде не вызовем. Нам все объезжать все равно надо будет тогда. Я хочу друг, я хочу держись. Ну так что прибегу, конечно. Держись. Нифига себе он. Да. Ну человек, ладно, близко более-менее. А груз прям очень далеко, что ли? Ну он дальше. А откуда? Привет, чуваки. Что быстрее? Thank you. Ты вообще им помогаешь? Never would have thought a stranger would help us. Please, take my blessing and this gift. Вау! Человек человеку волк. А ну и достижение теперь выглядит красиво. Да. Нам теперь точно будет. Показывают свои достижения. Прям удобно. А что, не пойдем что ли? Да смысл? Близко. Я ракеты забираю. А я их продаю. Либо выбрасываю там, если место. Никогда. Че, или убивать их пойдем? Что? У меня типа все прокачано. На маршрутке тут подкрываю все. Машины поищу. Некоторые машины прям вообще полностью пустые. Что за блядь, не знаю. Больше приманить, да?
Что мы обратно не выбрались вообще. Давай, давай, давай. Блин, ладно. Тут... О, я нашел вообще запад. Что это? Это просто цветок. Сразу прыгнули, да? Ну, зачем все усложнять? А я видел там растяжки. И что это? О, револьвер. А я не взял. У тебя инвентарь, наверное. А, да, шестизарядник. Ладно, давай. Ой, это прям... Ладно, он красивый. Ладно, следующий каменистый русский, где у нас? Это еще дальше. 6 футов под землей. Тут вообще в другом месте. Не, ну знаешь, ладно, пойдем на аномалии посмотрим. А тут выбраться не, никак. Че, думаешь, нельзя? Не, я посмотреть хочу. Навряд ли надо забираться прям так с помощью крюка. Ой, набирать сколько. Ауч, за один удар. Хотя у меня не полная глубока. Там выбираешься? Не умирать, брать нельзя. Какой-то он крепкий, а? Нам без машин тоже недалеко идти. Да. Блин, а потом все равно без машин там.